Вы смотрите информационную программу СТВ. В студии Вячеслав Душин. Здравствуйте. Два человека пострадали в результате взрыва газового баллона в многоэтажке на улице Георгия Димитрова в Самаре. ЧП произошло около 2 часов дня в понедельник. Жители тех, кто был дома, порядка 70 человек, сразу же эвакуировали. На месте и сейчас работают спасатели, медики, полицейские и сотрудники Следственного комитета. С места событий Павел Баймаков. Периметр здания оцеплен полицейскими в целях безопасности. Внутрь никого не пускают. Взрыв на 16 этаже высотки прогремел средь бела дня. Очевидцами происшествия стали десятки человек. Взрывная волна докатилась даже до домов, стоящих в нескольких сотнях метров. В доме сотряслось вот так вот, все стекла аж задрожали. Был хлопок, такое ощущение, как будто война началась. Такой был взрыв, ну хлопок сильный. Хороший один, потом второй. В считанные минуты к месту ЧП прибыли все экстренные службы. Жители дома, более 70 человек, сразу же эвакуировали. В результате взрыва в квартирах выбило окна и даже кирпичную кладку на лоджиях. В итоге 7 автомобилей, которые стояли вблизи многоэтажки, оказались разбитыми. У некоторых продавило крышу. Никто из прохожих не пострадал. После проведения разведки было установлено то, что на 16 этаже в одной квартире производились огневые работы с использованием газовых баллонов. Взрыв произошел без последующего горения. По предварительным данным, пострадавших двое. И, как говорят спасатели, это не хозяева квартиры, а, скорее всего, рабочие. Двоих мужчин с ожогами доставили в больницу Пирогова. Еще один рабочий от госпитализации отказался. По предварительным данным, они вели монтаж натяжных потолков. Почему газовый баллон взорвался, теперь будут выяснять следователи. Назначено проведение доследственной проверки. В данный момент спасателями проводится обследование здания. Чуть позже будет решен вопрос о том, могут ли жители вернуться в свои квартиры или же их доставят в пункты временного размещения. Павел Баймаков, Николай Сидоров, СТВ. Теневые банковские операции, массовое ДТП на трассе и убийство в самарском ресторане. Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. В Самарском областном суде готовится рассмотреть уголовное дело об убийстве 38-летнего самарца Рустама Иваева. Сегодня прошло предварительное слушание. Напомним, экс-полицейский скончался от тяжелых ножевых ранений, полученных в результате драки. Все произошло в январе прошлого года в ресторане «Старый замок» на Московском шоссе, где отдыхали Рустам и Руслан Иваевы вместе с супругами. В какой-то момент с компанией, которая сидела в другом конце зала, у них возникла ссора, которая переросла в драку. В ходе потасовки Рустам Иваев получил смертельные ранения и позже скончался до приезда скорой. Как выяснили следователи, травмы ему нанес 37-летний Владимир Оганесян. Свою вину он признает частично, как и еще двое обвиняемых, которые в тот вечер были с ним. Их обвиняют в хулиганстве и в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Во время драки пострадал и 31-летний Руслан Иваев, брат погибшего. Рассмотреть уголовное дело по существу планируют уже на следующей неделе. Один человек пострадал в результате массового ДТП на трассе Р-225. Авария произошла около 8 утра в понедельник, 5 февраля, в районе поселка Журавли в Волжском районе. На данный момент известно, что пострадал один человек. Мужчина получил черепно-мозговую травму. Как сообщается на сайте областной поисково-спасательной службы, его на карете скорой помощи доставили в больницу. Все обстоятельства аварии сейчас устанавливают инспекторы ГИБДД. Полицейские задержали двух жителей Самары. Их подозревают в незаконной банковской деятельности. По данным правоохранителей, 41-летний мужчина вместе с подельницей разработали схему, позволяющую выводить денежные средства клиентов из безналичного оборота по фиктивным документам. После чего деньги обналичивались и возвращались обратно клиентам. По предварительным данным, доход, полученный в результате незаконных финансовых операций, составил более 25 миллионов рублей. В ходе обысков в офисах и жилищах задержанных, а также их клиентов, изъято более 5 миллионов рублей, средства управления счетами фирм «Однодневок», печати различных организаций, более 25 системных блоков, а также черновые записи. Подозреваемые находятся под стражей. «Справедливая Россия» выступила с заявлением. В региональном отделении этой политической партии рассказали о поддержке своего кандидата на выборах и озвучили основные пункты манифеста, принятого на съезде в Москве до 2024 года. Экономическая самодостаточность российского государства, политическая независимость, социальная справедливость в распределении доходов и использование российских природных богатств и ресурсов на укрепление социального благополучия всех граждан России. На съезде политической партии в Москве было принято решение о поддержке кандидатуры действующего президента Российской Федерации. Сотрудничество партии «Справедливая Россия» и президента Российской Федерации началось 2012 года с момента принятия майских указов.
Самара отметила годовщину Сталинградской битвы. 75 лет назад наши войска держали важнейшую победу в самом страшном сражении в истории человечества. Битва продолжалась долгие 200 дней. В областном центре более 5000 человек почтили память погибших. Все подробности в репортаже наших корреспондентов. Цветы горельефу скорбящей матери родине возлагают букеты и венки ветераны, власть, общественники и совсем молодые люди. Историю страны и страшной войны они изучают не только по учебникам и книгам. Ребята по крупицам помогают собирать артефакты того далекого времени. Участники поискового движения работают на местах сражений, ищут без вести пропавших бойцов, архивы и предметы времен Великой Отечественной. Возвращаем родственникам погибших героев, которые погибли в те годы. Работаем мы в 17 году работали под Сталинградом. Котельниковский район Волгоградской области – это одно из ключевых направлений, решающих, где была остановлена танковая армия Манштейна. Весной едем работать на южный рубеж Сталинградской битвы. Выставку предметов той страшной войны расположили на площади Славы. Юноши и девушки собирали эти экспонаты по всей стране. Ребята вместе со старшим поколением вспоминают все события 75-летней давности. 200 дней и ночей продолжалась Сталинградская битва. Началась она 17 июля 1942 года. Оборонительная операция проходила на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия. Сражение между советскими и немецкими войсками закончилось победой Красной армии 2 февраля 1943 года, и это стало переломным этапом в ходе войны. Ну, конечно, надо чтить, надо помнить память предков наших дедов, как они проливали кровь за нашу родину. Мы всегда должны чтить и помнить все-таки все памятные даты. Александр Семенов, Николай Епифанов, СТВ. Далее дежурный по городу. Мария Левина с очередной коммунальной историей. Здравствуйте, в эфире «Дежурный по городу». Когда ответственные организации не могут решить проблему между собой, страдают обычные люди. Город имеет право знать. Проспект Ленина, 14. Людей поставили в безвыходное положение. Уже почти месяц в 9-этажном доме не работает лифт. Вразумительного ответа мы не можем получить ни от управляющей компании ЖКС, директор Павлюк Анатолий Анатольевич, ни от директора ЖУ-10 Звягина Марья Федоровна. Неоднократно обращаемся в колл-центр. Информация там идет неправильная, что каждую неделю у нас должны включить лифт. На сегодняшний день сказали, что сегодня включат лифт. Но лифт до сих пор не работает. Тяжело подниматься на 9-й этаж. Мне не 18 лет, мне 83. Скоро будет 84. Невозможно вообще-то. То говорят в конце недели, то говорят, что 5-го включат, то еще какого-то. Но зачем обманывать людей? Люди надеются, остаются при своих интересах. У меня мама на 8-м этаже. Я приезжаю, за ней ухаживают. Дочка вот в больницу попала. Это же вот 3 раза в день туда и обратно я мотаюсь. У меня тоже и сил нет тут вообще. Я считаю, лифт, вот эта вот организация, она просто саботирует. Вот так нельзя работать. Существует положение №2 к правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда МДК от 2.3.2003 года. Документ утвержден постановлением Госстроя Российской Федерации №170 от 27.9.2003 года. На основании указанной нормы предельный срок выполнения работы неисправного лифта составляет не более 1 суток. Если ваши проблемы никто не занимается, пишите, звоните в нашу программу. Выпала честь. Волжские казаки приняли участие в богослужении в главном казачьем православном храме России. В престольный праздник в церкви иконы Божьей Матери, отрады и утешения на Ходынском поле в Москве именно самарской делегации доверили нести хоругви во время крестного хода. Подробнее в сюжете. Главный казачий храм страны, иконы Божьей Матери, отрады и утешения на Ходынском поле в Москве.
Сегодня сюда приехали казаки со всей России. В церкви престольный праздник. Богослужение проводит митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. В мероприятиях, посвященных празднику иконы Божьей Матери «Отрада и утешение», принял участие руководитель областной общественной организации «Самара православная» Георгий Лиманский. Во время крестного хода хоругви несут самарские казаки. Уже стало доброй традицией участие делегации Самарского окружного казачьего общества в службе, которые проходят в храме, казачьем храме в городе Москве на Ходынском поле, казачьем храме иконы Божьей Матери «Отрада и утешение». И сегодня было очень приятно, что честь нести хоругви во время крестного хода была предоставлена именно самарским казакам. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал этому храму статус казачьего осенью прошлого года не только для столицы, но и для всей страны. История его тесно связана с казачеством. Храм был построен после революции 1905 года для казаков из 1-го Донского полка имени Суворова. Был для казаков построен храм. И в том числе построен в память всех погибших. Здесь были мраморные плиты, на которых были выбиты имена всех погибших во время революционных событий первой этой революции русской. И сегодня, как видите, храм, когда был в советское время закрыт, сегодня история как бы восторжествовала, правда восторжествовала. Ну, своим чередом идет здесь жизнь прихода, но в то же время он все больше наполняется казаками. Митрополит Кирилл также отметил большую роль волжских казаков в мероприятиях, проводимых совместно с Православной Церковью в Москве. После богослужения на подворье храма собравшихся угощали наваристой ухой и казачьей кашей. На празднике собравшиеся могли увидеть лихие упражнения с шашкой под традиционные казачьи песни, а также искусство обращения с бичом, который в умелых руках становится настоящим оружием. На подворье храма на таких праздниках все желающие могут приобщиться к истории, культуре и традициям казаков. Максим Остриков, Дмитрий Лукин, СТВ, Москва. История славянского народа с первых дней. В Самаре на базе духовно-просветительского центра «Кириллица» открылась выставка «Русь средневековая» в рамках проекта «Музей живой истории» военно-исторического клуба «Легенда». В экспозиции предметы быта, одежда и оружие наших далеких предков. Подробнее в нашем следующем сюжете. Как жили наши предки? Что носили? Что ели? Чем воевали? Выставка переносит зрителя в 13 век. Именно это столетие считается отправной точкой в существовании славян, как полноценной нации. Как раз феодальная раздробленность, как раз именно славянских племен, она немножко тает, то есть как таковые славянские племена уже перестают существовать. И образуется такой общий народ. И вот этот момент как раз очень интересен. Выставка охватывает весь быт и культуру того времени. Еда, оружие, гардероб и украшения, посуда, предметы гигиены и ремесленные принадлежности. Среди экспонатов есть подлинные, то есть найденные при раскопках, а также точные копии, сделанные современными мастерами, но строго из тех материалов и по тем технологиям, которые применялись в далеком 13 веке. Через культуру мы стараемся во всех наших мероприятиях, через культуру раскрыть что-то гораздо большее, более глубокое. То, что за этой культурой стоит. А за культурой всегда стоит вера, за культурой всегда стоит совесть, за культурой всегда стоит вообще понимание человека, для чего он в этом мире. Выставка «Русь средневековая» открыта по выходным с 11 до 18 часов. Своими глазами увидеть жизнь 13 века можно будет до 1 апреля. В этом году Музей живой истории организует целый цикл исторических экспозиций по разным эпохам. Ближайшая будет посвящена 15 веку, европейской культуре времен Ренессанса. Вячеслав Душин, Эдуард Растегаев, СТВ. На волне позитива. Минувшие выходные самарцы и гости города соревновались за звание самого быстрого лыжника и сноубордиста. На горнолыжный комплекс «СОК» «Красная глинка» приехали сотни желающих провести время на максимальных скоростях. Вместе со спортсменами активно провела выходные и наша съемочная группа. Подробности далее. Их объединяет любовь к свободе и тяга к экстриму. Им не страшны зимний ветер и покалывающий мороз. Лыжники и сноубордисты в едином порыве отрываются под заводную музыку самой энергичной радиостанции в регионе. Мы в этом году проводим в 7-й раз эту вечеринку. Вернее, вечеринку, я не знаю, как назвать. Этот праздник спорта, праздник молодежи, праздник хорошего настроения. 7-й год подряд.
Дело в том, что мы стали уже зачинателями такой общероссийской традиции. Мы открываем этот праздник первыми. Вообще пройдет он еще во многих городах. Среди ловцов скорости активные слушатели радиостанции Energy. Каждый из них получил скипас на отдых в горах. За впечатлением сюда приехали не только самарцы. Об акции Energy in the Mountain знают во всем регионе. Сегодня праздник организовали. Как вам такая идея? Очень замечательно. Здорово. Здесь вообще весело. Хорошо. Настроение хорошее, погода отличная. Лыжники и сноубордисты в перерывах между заездами не скучали. Вместе с ведущими радио спортсмены заряжались позитивом. Как настроение? Настроение отличное, Energy настроение задает. Очень крутая тусовка, много народу, на улице классная погода. Катаемся, отдыхаем. В общем, препровождение для выходных супер. Слушатели радио объединяет любовь к ритмичной современной музыке. Среди энерджайзеров и информационный партнер заводной волны – телерадиокомпания «Скат». Мы здесь и как коллеги, и как друзья, и как еще единый партнер наш. Если «Газпром Медиа» – это «Радио Энерджи», то наш главный партнер в телевидении тоже «Газпром Медиа». Наша публика, я уверен, нас любит, воспринимает. Тем более те проекты, которые мы создаем, которые связаны и со спортом, и с досугом наших людей и молодежи в том числе. Это очень важно, и мы будем всегда это делать. В ближайшее время слушатели смогут вновь принять участие в заманчивых акциях от «Радио Энерджи». Подробнее о них расскажут ведущие на волне 102,5 FM, а также в эфире телерадиокомпании «Скат». Анастасия Шамшурина, Николай Сидоров, СТВ. О наиболее заметных спортивных событиях в жизни региона в нашем обзоре. В Самаре прошел крупный бойцовский турнир по профессиональному панкратиону. 11 боев в клетке. Было все. Нокауты, болевые и необычные приемы. Профессионалы показали свой высокий класс. В клетке бились представители различных школ боевых искусств. Получилось все на загляденье. В главном бою вечера сошлись россиянин Ренат Фахриддинов и француз Кевин Оливер. Наш соотечественник не оставил практически никаких шансов гостю. Ренат сразу же захватил инициативу в свои руки и буквально разбивал соперника. Как итог, безоговорочная победа россиянина. Было жарко и на баскетбольном паркете. Самарцы зарядили настоящий игровой триллер со счастливым концом. Матч против ревдинского «Темпа» изрядно потрепал нервы нашим болельщикам. 114-112 победа волжан. Следующие свои игры подопечные Игоря Грачева проведут в гостях. 15 февраля в Москве сыграют с местным МБА, а 18 числа против подмосковных «Химок». Также стоит отметить, что самарцы сохранили за собой лидерство в турнирной таблице баскетбольной суперлиги. Дарья Касаткина проиграла в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге. Обидчицей нашей землячки стала француженка Кристина Младинович. 3-6, 6-3, 6-2. Несмотря на поражение, уроженка Самары проявила себя с лучшей стороны. Она играла на равных с сильнейшими теннисистками планеты. У меня на этом все. Далее программа «Абзац» и прогноз погоды. Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimanski.ru. Новости СТВ можно увидеть в соцсетях, в группах «СКАТ СТВ Самара», на сайте и на канале «СКАТ-24» ежедневно, ровно через час после нашего выпуска. А я прощаюсь с вами. До скорой встречи. Увидимся.